Ну, все аккумуляторы мы разобрали. Теперь будем думать, что с ними делать. Вот. Все видно хорошо. Ну, как вообще их проверять? Нужно попробовать их зарядить. И на некоторое время, там, на час, на два, там, отложить в сторону. Ну, заряд даже не обязательно там полный заряд делать. Вот. Ну, желательно. Это, конечно, занимает время, но это проще. То есть вы где-то гуляете, пришли, красная лампочка поменялась на зеленую, значит, он как бы заряжен. После этого бросить эти аккумуляторы все. Вот один, второй, давай посмотреть. Он тоже, как бы, видите, моргает, переставим. Лампочка моргает, неисправный, значит, ладно, в сторону. Вот. Вообще неисправный. Здесь вообще написано, что если красная моргает, это что-то с температурой, с температурным датчиком. Неисправный полностью. Этот тоже, видите, неисправный. То есть сама зарядка Макки там помогает нам определять. Вот этот тоже, видите, заморгал. 4 у нас уже. И осталось 2 аккумулятора, которые как-то еще что-то живут. Вот. Ну, емкость может быть потеряна у банок каких-то. Поскольку ничего идеального нету в этих делах, поэтому одних банок может быть больше емкость, у других меньше. И когда вы будете там работать, то такого ресурса большого не будет в батарее. Поэтому нам это все надо вычислить. Для этого его надо их как-то зарядить. Ну, скажем, для даже желтой лампочки, и потом там дальше будем думать, что делать с ними. Где-то минут 20-15. Если аккумулятор заряжается очень быстро, это значит, он неисправен. Значит, у него потеря емкости, и в дальнейшем, может быть, еще что-нибудь произойдет. Ну, с этим ясно. С этими. Не хочет. Такая же ерунда. Он пытается хапнуть заряд. Вот. Те, которые невозможно зарядить, с теми будем играться уже, наверное, возьмем блок питания и будем заряжать его вручную по несколько батарей. Вот. Можно, конечно, принудительно все заряжать, посмотреть, какой ток. Ток идет. Поставить ток на срабатывание, на ограничение тока где-то, ну, скажем, 1-2 ампера, и потихоньку заряжать. Ну, вот этот пытается что-то, предположим, отнесем его к 3, то есть 3. 3 у нас получается, что как-то более-менее этот не хочет. Дело в том, что когда аккумулятор заряжаешь, у них есть такая инертность. То есть он, если аккумулятор исправный, более-менее емкость у него нормальная, он сразу поднимает напряжение до своего уровня, и потом как бы медленно падает. Там, может быть, и день, и два. Вы же в магазине покупаете, там аккумулятор не заряжен, вы их вставляете, и сразу шуруповерт работает. То есть слишком быстрый заряд говорит о том, что аккумулятор плохо, слишком медленно. Ну, в общем, сама зарядка, она диагностирует эти аккумуляторы, поэтому уже все ясно.
они очень умные. Внутри как... Я так оставлю их заряжаться, а потом вернемся. Там, не знаю, через некоторое время, там, через день к этому видео продолжим эту тему. Тепленькие нагреваются почему-то больше сверху. Ну, в местах контактах должно нагреваться, потому что почему это, я потом как-нибудь вам объясню. Итак, потихоньку заряжаем все аккумуляторы. И где-то полчаса, час нужно подождать, когда они остынут. Проще, конечно, проверять аккумуляторы специальными тестерами для этого, которые и заряжают, и проверяют на нагрузку аккумуляторы. Но у нас такого нет, поэтому мы обойдемся зарядкой и тестером. Попробуем восстановить несколько батарей. Например, этот, он показал слишком быстрый заряд. Нагрев, значит, ток шел очень большой через эти банки. Вот. Ну, даже пальцем можно определить там, где аккумулятор холодный. Это, скорее всего, что он короткое делает. Значит, получается, что мы даем на него там 13-14 вольт зарядки на всю батарею. И те, которые аккумуляторы не греются, они, скорее всего, короткое закорочены. Поэтому я крестиком отмечу. Этот еще какой-то полуживой. Ну, посмотрим, когда он, как говорится, остынет. Нужно, конечно, дать ему нагрузку еще. Это самое лучшее будет. Но больно. Давайте возьмем шуруповерт. Сам шуруповерт. То получается у меня 3-амперная дрель, шуруповерт работает на 1,3 ампер. Это, ну, не очень хорошо. Вот, который мы заряжали, попробуем сунуть, посмотреть, что будет, как оно будет работать. Вот я дал нагрузку, да? Видите, я дал нагрузку, как-то он крутится. Теперь его достаем, укладываем в сторону. И потом на банках будем мерить напряжение. Видите, тоже очень быстро зарядился. Сверху холодные. На вид такое ощущение, что довольно-таки свежая батарея. Опять вставляем, пробуем, и посмотрим, крутится. Теперь, когда я запускаю шуруповерт, некоторые начинают нагреваться.
Вот это значит, что они как раз работают, у них какая-то емкость осталась. Так, берем третий. Вот, пошел заряд. Показывает что-то с температурным датчиком. Моргает. На картинке видно. Ну, посмотрим, что он делает. Ничего он не делает. Но эти вообще дохлые. Сразу показывают неисправность. Видите? Сразу неисправный аккумулятор. Вставляем его. Нажимаю, ничего не происходит. Вот нам надо из этих 6 батарей сделать. Две бы хотелось сделать. Больше и не нужно. В принципе. Пока одно и работаешь, другая заряжается. Заряжаться где-то исправная батарея должна минут 20, не меньше. Ну, давайте всунем той, которой я еще что-то могу делать, но она недостаточная для такой, для такого шуруповерта. Видите, она заряжается. Сколько она будет? Минут 15-20, наверное. Видите, шустро крутит, те не очень так быстро, но емкость недостаточно. Можно, конечно, сделать замеры, это все дело. Вот, нашим тестером. Тестер хороший, на автомате. Виктор, победитель. Давайте посмотрим. 13 вольт. 13 вольт батарея. 13,4. Не знаю, видно, нет. 13 вольт. Теперь насчет датчиков. Смотрим. Что они показывают? Другой показывает тоже. 13,3. Так, что у нас? Тринадцать тридцать девять и сама батарея. 13,38. Ну, это тест немножко врет. Пробуем. Значит, тут 10 аккумуляторов. Аккумуляторов мы знаем, 1,2 вольта у нас. И как батарейки 1,5. Ну, мы поставим 10 вольт на блоке питания. Сейчас выставлю. Ну, не обязательно 10, поставим срабатывание защиты. Срабатывание защиты поставим. Срабатывание защиты поставим 0, чтобы у нас не унесло блок питания. Получается, эта сторона плюс. Вот, сейчас. Раз, и другая, это минус. Вот, смотрим, что происходит. То есть мимо датчиков. Добавим чуть тока. То есть вообще не реагирует. И как, не знаю, видите. То есть вообще нет реакции. Как будто одна банка или не одна.
как будто нету вообще ничего. Вот пошел 11 с чем-то вольт, 60 миллиампер. Это на неисправных аккумуляторах, которые зарядка показала, что они неисправные сразу. То есть 60 миллиампер мы даем. 60 миллиампер мы даем. Потребление идет в цепи по 10 аккумуляторам. Ну, поддержим немножко. Минут 10. Тот, кто хочет, тот получит, как говорится. Тот, кто хоть как-то живой, что-то должен, какую-то энергию воссоздать и получить и воссоздать.